вагончик или выпечку? До 20 человек. Степа. Чем-то мне это напоминает мувер в Шереметьево. Станция Шереметьево 1. Выход, да, к терминалам Б и С. А там, по-моему, нет информатора. Нет, есть. Разве есть? Светлана Якименко. А я не помню. А я был. И там реально был информатор. Блин, а почему-то у меня все стало таким... Делай ставки. Беспилотник или там этот, свой машинист сидит. Да ладно. Серьезно? Серьезно? Весело. Великолепно. Ладно, посадка начинается, осторожно, двери закрываются. О, это как в Питере. Здравствуйте, здрасте. Реально здесь свой машинист. Там и там. О, нифига себе. Ты только глянь. Я думал, беспилотка. Пират какой-то. Ладно, давай сядем, чувак. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – большая кольцевая линия. Тут даже Юлю Романову записали. А, в Москве 2020, я Сашарский. Скорее всего, тоже Юля. Великолепно, только почему-то мы едем, как будто летим. Я думаю, что он здесь едет со скоростью, знаешь, какой, километра 2 в час, наверное. А иначе бы толпы не было. О, говорит, не, путешественник. Иначе, а иначе просто какой смысл их запускать, потому что здесь от павильона до павильона сколько копеечек. Пристанется Украина, но почему-то мы не видим. Станция «Большая кольцевая линия». Поехали обратно. А, ты не поедешь? Не, мы обратно дофоткаем там, если можно, конечно. Не, давай лучше тут. Не, давай обратно, потом сюда вернемся, если хочешь еще раз. Не, это, конечно, невероятно. Так, так. Обратно на этом же нельзя, я так понимаю, да? Сиди. Да? Давай я той сторону. Стой. Давай на ту сторону, да, и обратно поедем в этом же. Ради интереса, что называется. Так, тихо. Сейчас, наверное, Юля будет объявлять. Росошанский, я думаю. Не знаю. Надо Серёге написать, что... Блин, можешь потом записать информатор? В Лигу. Это выставку обойдем, вернемся, посмотрим. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – строительство метро. Ничего себе. Ну, тут закрыть двери как в Фессе. Скорее, как в Волге. Не, Фесса тоже. Вашему вниманию представлена новая Ивуга третьего поколения. Двери стали на 10% шире. Появились новые беспроводные зарядки. Появились зарядки для электросамокатов. Сиденья стали удобными и комфортными. Поезд может развивать скорость до 160 км в час. И идти плавно. За счет чего поездка становится быстрее и комфортной. Станция строительства метро. А какая следующая? А все. Не, кажется, она поедет дальше, не? Нет. Что? Только обратно. Ну блин, так неинтересно. Большое спасибо. Все, спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. Большое спасибо. Я думал, колесная. А, нет. Ну все, добро пожаловать обратно. Номерной вместо 2020. А хотя иногда может звучать, например, Москва как ежик. Да. А взаимозаменяемый статистический. Просто сначала выпустит пассажиров, потом... Да. Да, это Москва 2020.
Не, ну, как-то так себе. Что там останется? Мама, я тебе предложила купить. Мама, 10 часов, я сяду. О, 24 часа. Итак, станция Шипиловская. Еду, еду, еду. Все, занимаем место. А тут зеркало. Так, ладно. Зеркало. Не, освещение... Двери закрываются. Следующая станция – Московское центральное кольцо. Мы с вами находимся в макете вагона «Москва-2020». Такие сейчас ездят по БКЛ. Начали заменяться составы на Калужско-Рижской линии. Сейчас аккуратно. Итак, всего у нас по манежу катаются 5 вагончиков. 3 таких же Москвы, как наша. Это звуки на метро. Блин, мы перебили Юлю. Да то здесь кривая, прям аж чувствуется, когда он начал поворачиваться. Видел прям? Выходим. А останется... Продолжение экспозиции направо, амфитеатр, выход налево. Продолжение экспозиции направо, амфитеатр налево. Московские центральные диаметры. Да, были. Добро пожаловать. По-моему, мы все прошли. Новые сервисы, легко оплатить, современные поезда. Третий диаметр соединил, нифига.